Прочту стихотворение, посвященное своей дочери Наташе. Под окошком ромашки нет свободного места. В каждом доме, Наташка, в каждом доме невеста. Ранним утром цветочки мы узнать не сумели. А цветов лишь кружочки, лепестки улетели. А на клумбе веснушки озорные остались. Словно солнце проснувшись, конфетти разбросало. Никому не расскажем тайны девичьи наши. Лепестки у ромашек оборвали Наташки. Еще одна Наташка, которая стоит на своей судьбе, и она к нам приехала из Москвы. Такие сумасшедшие пробки, да, наверное, часа 4 ехала и все равно добралась. Мы с ней сняли несколько клипов замечательных. Вот еще записываем много новых песен. Вот, и я рада очень буду представить ее вам. Надеюсь, все понравится. Я очень-очень рада, что я присутствую здесь. Я поздравляю тебя с таким вечером. И, в общем, сейчас я буду, конечно, петь песни на стихи Марины. Предлагаю вам просто присоединиться к хорошему настроению и подпевайте. Первая песня называется «Завтра».
Ты жалеешь комплимента, на мечты дневником зовешься. Передо мною надоле ты в любви клянешься. Просто не гори надеждаю, я очень-очень строг и правый. Я поцелую твои нежные, не раздаю кому попало. Я меняю свой поцелуй, я меняю на твой взамен. А в придачу обилюблю, такой обмен. Ты транспорт напрасну вход, но небо грустило.
композиторов этих замечательных песен. Олег Щеглов, песня «Завтра», «Поцелуй», музыка Дмитрия Шемякина и «Капелька лета» Александр Смирнов. Тоже мои соавторы замечательные. Еще прежде чем исполнить следующую песню, я хочу указать, что эти уже вы, наверное, слышали, они звучали. Эта песня посвящена моей младшей сестре Екатерине. Она здесь, как-нибудь встань на секундочку, скажи. Да, спасибо большое. Я, на самом деле, для меня тоже очень дорога эта песня, потому что я записала ее в дуэте со своей тоже младшей сестренкой, и мы сняли клип чудесный на эту песню. И она должна была сегодня приехать, но она приболела, но я сегодня, в общем, отдуваюсь за двоих, и, конечно же, всем, я думаю, сестренкам приятно такую песню услышать и спеть. Так что, в общем, сейчас звучит младшая сестренка. Александра Басанова, Алексея Тарина, Сергея Леонтьева, Ирину Афинину, Веру Попову, Ирину Сухарко, сейчас скажу, Светлану Пластинка, Евгену Никулину, наши белозерцы. Хочется огромное сказать спасибо за Елену Николаевну, которая здесь с ними.
подготовила эту программу, она здесь, да, потому что столько всяких призов со всех городов страны там, и международных конкурсов приводят нам. Вот. И Наташа тоже споет, надеюсь, все подпоют песню. Вот. И вечер, да, пусть это тепло, что в моем сердце родилось, пусть оно найдет тропиночку к вашим сердцам. От сердца к сердцу. Дарю вам свои песни, свои стихи. Я вас очень люблю, мои дорогие родные. Спасибо, Марина, тебе за все, за твои чудесные стихи, за твои чудесные песни. Всем, кто находится на сцене, кто помог провести нам такой чудный вечер.